нами передача «Путешествуем, шествуем, рот мой близко так не снимает». И мы сегодня забрели в какие-то торговые ряды. Короче, мы ходили тут сюда рядом, но Маша нас повезла. Сейчас под нами, покажи под нами. Под нами там сейчас очень много шмоток продают. Целые километры шмоток. Но мы туда не пойдем, мы идем в супермаркет покушать. А вот сейчас Вова покажет, как прикольно вокруг. Не знаю. Вот такой вот простой мопедик стоит. Всего лишь. Ну, это нормально. Сейчас мы пойдем кушать куда-то. Да, мы пойдем куда-то. К удавам. Да, я снимаю. Тут как дерево все обработано. Все классно. Вот это главный пахан района на картах. Его зовут Шон Пин Север. Он здесь решает все. Короче, все они круто. Мы находимся в таком районе удачном. От нас близко ко всему. И Минисо, и Санфу. В общем, это магазины, в которых барахла, блин, начиная от носков, заканчивая там чем угодно. Вот. В общем, Китай поражает своим многообразием всего. Но, как обычно, главный минус – это порой загрязнение воздуха. Но здесь в Сиане вполне адекватно все это. Дождик плюс прибивает это все к земле. Здесь с осадками гораздо лучше, чем где-либо. А вот там вот на крыше растут какие-то деревья. И он на девятом, или не какой это девятый, 39 этаж. В общем, кайфово, кайфово.